Безопасная мобильность. Новый социальный раунд стартовал на территории Московской области. В его рамках реализовывается комплекс информационно-просветительских и пропагандистских мероприятий, направленных на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей современных средств передвижения. Главная цель раунда – повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних водителей на вело- и мототранспорте и средствах индивидуальной мобильности. Сегодня на брифинге в отделе ГИБДД «Пушкинская» обсуждают задачи профилактического мероприятия. По статистике, один из самых популярных видов транспорта у молодежи – велосипед. Дети до 14 лет вообще не могут выезжать на проезжую часть на велосипеде, независимо от того, есть там велосипедная дорожка, нету. Движение должно осуществляться по тротуару. Значит, и в обязательном порядке средства защиты должны быть индивидуальные. Это шлемы, наколенники, налокотники, чтобы исключить получение травм в результате падения. Также к таким средствам передвижения относятся скутеры, электросамокаты, скейтборды, роликовые коньки и другие. На брифинге представлена серия тематических продуктов, которая получит широкое информационное распространение. Мероприятие «Безопасная мобильность» продлится до 30 мая. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Антон Рябов, Мария Барсукова. Программа «День за днем».